Ух ты, и снова я, Александр Криволапич. Ребята, сегодня 10 июня 2021 года. Чебучник венечный или жасмин садовый. Жасмин садовый – лиственный кустарник. Вырастает до 3 метров в высоту. Цветет в первой половине июня. Цветет до 20 дней. Светолюбивое растение, но выносит и полутень. Растет быстро, живет до 30 лет. Выносит морозы до 25 градусов. В суровую зиму обмерзает. Этот жасмин садовый был посажен у нас на клумбе в прошлом году. Соседка поделилась. Красавец. Разводится жасмин садовый делением куста. Есть молодые побеги. Смотри. О. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Когда созреет, и можно будет пересадить. Или же черенкованием. Разводится чебучник. Чебучник венечный или жасмин садовый можно черенкованием. Ну, красавец. Да, ребятки? Ну, красавец. Запах идет обалденный от него. Жасмин. Это у нас на клумбе. Здесь я много цветов уже снимал. Ну и эти. Там вербейник поднимается. Там эремурус. Там молодые побеги эремуруса. Первый год цветут. Вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Рядышком стоят. То посажен эремурус из семян выращен был. Ну все, ребятка, всем пока-пока. До скорого. С вами был Александр Криволап, Печенеги. Пока-пока, ребятка. Жасмин. Жасмин садовый. Запах обалдеть. От него идет, ребят. Запах обалдеть. Пока-пока, ребят.